Первый полевой госпиталь на 1000 пациентов площадью около 25 тысяч квадратных метров строят в западном районе Уханя. Новое медучреждение позволит обеспечить заболевшим всю необходимую медицинскую помощь и изолировать больных от здоровых. Работы на стройплощадке начались в пятницу 24 января. На строительство отвели 6 дней. Здание обещают ввести в эксплуатацию к 3 февраля. Министерство науки и высшего образования России издало приказ о продлении каникул до 2 марта студентам, являющимся гражданами Китая, в связи с распространением коронавируса. По данным 30 января, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек, и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на коронавирус. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 выздоровели. Согласно источникам, в тяжелом состоянии находится 31 человек. Наша задача на сегодняшний день – это прежде всего задача, поставленная Всемирной организацией здравоохранения перед всем мировым сообществом, и в том числе перед медицинским сообществом, это прежде всего не допустить распространения вируса на территории, ну, на больших территориях других государств. Соответственно, что мы должны сделать, учитывая то, что сейчас прибывают группы студентов, которые уезжали на каникулы в Китайскую Народную Республику, независимо от того, какой расе, какому государству принадлежит студент, мы должны элементарно работать над соблюдением правил личной гигиены и, соответственно, коллективной гигиены для того, чтобы не допустить распространения вируса. Но не стоит забывать, что у нас сезон вообще респираторных вирусных инфекций. Несмотря на то, что мы привили от гриппа большое количество населения, и пока вспышки вируса гриппа нет, и, похоже, уже не ожидается, хотя все может измениться, вот. Но, тем не менее, респираторные вирусные инфекции, они традиционно в это время на нашей территории процветают. Владимир Путин провел совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России. Правительство выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в Российской Федерации. 5 регионов России на Дальнем Востоке продлят режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем. Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился бессрочно закрыть границу России с Китаем на Дальнем Востоке. В распоряжение премьер-министра включены 16 пунктов пропуска. В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Результаты анализов подтвердили 29 января у туристки из китайского города Ухань. 28 января китайские исследователи назвали 30 существующих видов лекарств, биологически активных натуральных продуктов и препаратов традиционной китайской медицины, которые, как предполагается, предположительно могут помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Toyota может остановить работу завода в связи с распространением вируса. Японская газета Nikkei сообщила о решении Toyota остановить свои китайские заводы до 10 февраля. Также Toyota решила пожертвовать Китаю медицинские маски и другие предметы первой помощи на сумму 10 миллионов юаней. Honda, Ford и Renault также возобновят работу только 10 февраля и также задумываются о продлении этих каникул. Коронавирус обрушил российский крабовый рынок. Российские компании, занимающиеся экспортом краба, рискуют недополучить более 80 миллионов долларов выручки. Причина в том, что из-за эпидемии коронавируса жители Поднебесной перестали употреблять краб и вообще предпочитают не ходить в рестораны. 28 января в Воронеже госпитализировали 2 человек с подозрением на коронавирус. Это 55-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые недавно прилетели из Китая. Медики использовали средства противоэпидемической защиты, а сам пациент находился в изолирующем модуле. Заболевших доставили в инфекционное отделение областной детской клинической больницы. Коронавирус, повергший в панику целые страны, может попасть в Россию уже в феврале. Прогноз составлен исходя из ряда факторов: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции. В Китае назвали дату завершения вспышки коронавируса. Правительство страны сообщает, что распространение вируса идет на спад. Предварительно сообщается, что вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, затем начнет снижаться и завершится к концу марта. Российские врачи нашли лекарства, способные помочь при лечении нового типа коронавируса. Минздрав рекомендует к применению 3 препаратов для лечения взрослых. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз.